месяц тренер по баскетболу, заслуженный тренер Советского Союза. Человек, который очень авторитетный в мире вообще спортивном на территории Советского Союза был. У нас в Волгограде. Преданный многолетний болельщик «Ротора» Борис Михайлович Майкл. Мы его все очень любили и уважали. И для нас это была большая потеря. Для нас это является огромной потерей. Я попрошу, помолчите сейчас, послушайте. Поэтому, да, мы сегодня хотели все сделать красиво, там, отставить все празднично, но уж простите, мы такую атмосферу вот мы решили от нее отказаться. Вот, и я позвонил там Виктору Авдеенко, Виктору Борисовичу, там не надо приезжать, потому что будет простая презентация, к сожалению, мы не имеем морального права проводить праздничные, да, и нельзя это делать, это грешно. Единственное, я сейчас прошу всех, давайте минутку помолчим. Минутку прям помолчим и вспомним этого прекрасного человека. Почтим память этого человека.